Дед Мороз прибыл в следующий отель нашего путешествия. А вот Триггер. Ох, или что-то такое. Название правильно запишу, я не договариваюсь. Название, поэтому смотрим. Вот я сегодня такая мимуазеля. Я здесь хожу, здесь встречают. Вот такой ресепшн. Отель состоит из двух частей. Уже знаю, там сзади и через дорогу. И вот с той стороны будет тяжелый номер, а через дорогу будет пляж и зона релакса. Пошли слушать. Пойдемте. Так, дорогие мои, я сегодня встречала шляпки, и мы идем смотреть следующий, то есть этот отель моего путешествия. Значит, как я уже сказала ранее, отель состоит из двух частей. В этой части жилые номера. Отель открыт в прошлом году, но он был реставрирован. Видите, какой здесь. А через дорогу, вот там, вот впереди, будет зона пляжа. Бассейны, рестораны и прочее. Так, в августе открыт, 2,5 года он реновировался, вот, и как бы все обновили, и все чики-поки. Так что чики-поки, приезжайте. В отеле 3 категории номеров, я уже там слышу, сейчас я вам покажу один, какой нам покажут. Дорогие друзья, ну это зона бассейна, вот где как бы эта часть. Поэтому вот здесь, видите, здесь такой бассейн с голубой водой. И завтрак у них проходит. Все так супер-мупер. Пока я здесь поднимаюсь на второй этаж, чтобы вам показать стандартный номер, который я сниму, я хочу рассказать, что сейчас на острове Сумо и как раз закончился сезон дождей. Сейчас вот как раз начинается сезон, где мы, когда можно отдыхать. Зато на Пхукете наоборот. Сезон закончился, и сейчас продвигается, уже придвинулся наоборот сезон дождей. Поэтому в Таиланде, в принципе, можно отдыхать круглый год в зависимости от острова. Такой вид открывается со второго этажа, видите. Отель состоит буквы квадратом даже. Таким. Мы сейчас вот туда идем смотреть номера, второй этаж. Друзья, мы заходим в отель. Я вам, как всегда, с собой любимый костюм. То, что не стандартный, я очень даже симпатичный. Они такой, чуть поменьше, но здесь такая шикарная кровать. Просто. Кровать, вот матрас, конечно, должен быть, а не то, что мы спим. Посмотрите, какая здесь перина. 60 сантиметров высотой. Оцените. И приезжайте. Вы очень хорошо здесь будете отдыхать ночью. Вот такой кровати. Друзья, мы зашли в детский клуб. Он состоит, вот я сейчас в более взрослой части нахожусь, где подростки, тинейджеры. Вот они здесь, видите, сидят. Вот. С бильярдным столом, кстати. Здесь кинотеатр, как вы видите, можно посмотреть. А там сейчас на входе я вам покажу детская совсем комнатка и малыши. В общем-то, концепция отеля меня радует, потому что здесь, в общем-то, есть 3 вида питания. Вот мадемуазели. Расскажу про концепцию в прямом эфире.